И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Арк. Но на этот раз я играю на сервере King of the North. И, собственно, я уже говорил, что я здесь буду продолжать играть. Немножечко поиграем, посмотрим, что да когда где. И мне здесь предложили поучаствовать в рейде. В рейде чуваков, которые конкретно прям любят всех убивать. Всех убивать, всех выносить и так далее. Да, я понимаю, PvP-сервер, все дела, но как бы они любят всех новичков выносить. Вот, и, собственно, мне предложили, я думаю, ну почему бы и нет. Ну, так сказать, отказываться грех. По-моему, что хотел сказать, Так, сейчас немножечко мысли в кучу. Так, руки надо надеть. Так, Барс, я твои перчаточки, короче, возьму. А то у меня перчаточек нету. Я твои возьму, короче. Так, кстати, седло Стега нашел. Так, парашют нужно надеть. Так, нет, инструменты я скину. Я их уже чуть ли не всрал. Так, это оставлю, это оставлю, это оставлю. Так. Отлично. В общем, что? Сейчас состыкуемся. Состыкуемся, вот, собственно, Мираж, это Альянс. Посмотрим, что да как. То есть, вот два племени. Железнорожденные. И племя Орбита YouTube Channel. Вот. Так, так, так. Я здесь еще помирал и так далее. Так, ладно. Сейчас, в общем, подготовимся и начнем запись. Как-то так вот. Так, ну, в общем, погнали. Немножко подготовившись и так далее, погнали к нему на базу. Как он говорит, сначала одну базу раздербаним, которая маленькая. Вот, а потом уже будем вторую. Блин, что тут делать-то? Я понять ничего не могу. Сказал. Убивать. И все, и типа, что хочешь, ты называется, и делай. Ох, мать твою, что тут творится. Надо было, наверное, другого птера брать, который на дамаг вкачанный. От него было бы здесь куда больше толку. Уводи в море? Логично. Экс. Так, а пташек можно и подзавалить. Так, лишь бы только выносливости хватило. Вот на это я не вел расчет. У меня выносливость кирдык. Ну, благо птеры днище долбанные, и они летают только вокруг. Как беспонтовые дебилы. А вот это уже фигово. Кто там подбежал ко мне? Так, окей. Вы днище дерьмово только так, когда вокруг летаете. Так, и где он? Я ничего понять не могу. Походу по берегу бегает. У них слишком много. То есть у нас тупо двое, и у него офигеть как много. Офигеть как много всяких разных дина. Так, вы должны по кругу летать. Какого фига? Нище, долбаные. Вот. Так-то и бегайте. Так, забраться не могут. Сели, отагрились, что ли? Нет. Не умер. Но что-то как-то, походу, наш план сильно-таки провалился. Имеет огромную оплошность, потому что что-то как-то я не понимаю, что делать. И завалить животных это больших делов, если что-то пошло. Вот. Сижу на плоту. Рядом его пятый.
Да уж. Ну, в общем, я понял его тактику. Он привел к себе на базу, и здесь, типа, пушка должна была стрелять. Должна была. Ну, не знаю, стреляла ли. Одного Рекса завалили, кстати. Или Карна. Ой, это я завалил Карна ихнего. Ай-яй-яй-яй, это означает, я запалился. Ну да ладно. А что поделать? Вот. И теперь здесь остался Гига. А Гига это не так уж и просто, знаете ли, его завалить. Вот, к сожалению. Сейчас немножечко отдышусь. Я там на плоту сел тупо и нормально. Я сидел рядом с ивошними, на ихнем же плоту, рядом с ивошними же динозаврами, и они меня не трогали. Ну, мы типа, да ладно, чувак, что ты замяли, я случайно же. Да ладно, чё, все нормально, случайно же. Так, что там побежал в воду? Ага, он не в воду побежал. Конкретно побежал кого-то там дамажить. И он конкретно кого-то там завалил на берегу. Вещь. Текс. Уху! Я сырое мясо заработал. А я вот здесь присяду. О, не знаю, увенчается ли наша тактика успехом. Но посмотрим. Посмотрим, что будет, да как. Немножко надо дышаться. Оу, он напал на постройку. Отлично, на тебе под задницу. И на тебе под задницу. Твою мать, я застрял! У-ху! Текс, это чья постройка? Avengers! И Avengers! Я почти попал, да? Я же почти попал. Я сейчас по своему же попаду, да? А я попадаю вообще хотя бы? Не, ну я же там должен быть типа индикатор. О, да, вот это я попал точно. Вот это я попал. Уда. Что-то я очкую, он как-то так близко стал подходить, мне показалось, как будто он сейчас просто тупо наверх заберется еще. Уда. Вот там конкретно кого-то бьет. На тебе под задницу. А что дамаг-то не идет? Птера съедят. Только моего дома помоги. Так я на крыше, типа. Уу! Я как бы просто не понимаю, что вообще... Нужно? Я типа там даже дамажил. Чувак, ты короче на серии увидишь, я дамажил. Я даже попадал по нему. Ага. С моим снайперским короче прицелом, просто идеальным. Я даже по нему по... Ну блин, мы помешали друг другу. Я сейчас его в итоге чувствую завалю. Я его завалю! И-ха! Я сейчас чуть не огребся. Твою мать. Бедный Птер. Чувак, прости! О, да, он его завалил. Отлично. Фу-а. Но только есть ли в этом толк? А? Как ты думаешь? Я одного Карна убил. Отлично, я запалился у них в логах. Что дальше? У меня тут пишут, типа, что-нибудь... Demolicious. Ага. You tribe killed рогатик. Отлично. Что дальше-то, чувак? Чувак, что дальше? Там все протухшее мясо, бла-бла-бла. Второй? Типа, чё? Типа зарейдили? Сейчас посмотрим. Стою я, лутаю. Тут бах, взрыв. Просто взрывают нафиг дом. Ну, благо у него металл. И я как понял, ему антирейд решили сделать. Я не знаю, как меня не убило. Как не убило моего Птера. Но как-то так.
Такс. Где он? Завалили его? Тихо, тихо, тихо! Не мешаемся. Не мешаемся. Все, я тут конкретно прям запалился. Все, там чуваку не выжить явно уже. Его просто тупо затоптали. Если он вообще здесь. Я завалил его! Я запалился! Короче, мне не жить на этом сервере. Ну это война! Черт убери. В общем, вот так я, собственно, и играл на этом сервере. Всем спасибо за просмотр. Оу, щет. Ну ладно, окей. Я хочу посмотреть, что там ты оставил такого, что типа посчитал ненужным. О, нифига себе, пистолет. У меня ж оружия нифига нету. И хавка, вот это вообще зачетно. О, бутылка нужна. У меня воды нету постоянно. О, еще хавка, вообще зачетно. О, еще пистолетик. Ой, штурмовая винтовка. Пригодится. О, еще еда. И я что-то хочу свалить сюда, а все нормально. А, и что дальше? Здесь уже, походу, на птерах полетели. Ву-у-у! Врываюсь! Ой, я до-до-до убил, блин. О, просто ад какой-то. Я не понимаю, что творится. И PvP сервера, походу, дело не мое, потому что я не понимаю, что вообще здесь происходит. Знаете, дамага. Еще немного дамага. Отлично. Завалил его. Так, что дальше-то? Что дальше-то? Хорошо, погнали. Погнали, смотреть, что будет дальше. У-у-у! Что за звук был? Да, походу, ихняя база, да? Я не понимаю, где их база. Нет, это тупо Бронта. Надо было ему хотя бы показать, где база сначала. Он просто тупо, спонтанно, и все. Погнали, полетели, блин. Мы сначала еще ресурсы лутали там поначалу, так что там вообще все спонтанно было. Я вообще не понимаю, где, что, как, зачем, почему, реально. Ну так не делается. Надо сначала было разведать, надо было
посмотреть, где что находится, потом приготовиться и так далее. А вот они, восставшие из пепла. Это их база? Так-с. Они с плотом уплыли. Отлично. И где плот? В общем, как я понял, это ихняя база все-таки была, да, ну, была раньше. Сейчас я не знаю, что да когда где. Говорит, они с плотом уплыли, и ничего не понимаю. Блин, ну как ты это... Блин, ну... не знаю. Давай бомбанем, бух-бух. Все, разбежались все кто куда. Вот примерно такая сейчас ситуация. Надо было как-то ему хотя бы подготовиться. Ну, учитывая, что я с третьего раза только еду попросил, и то стоял, лутал еду со словами, сейчас налутай себе еду, тогда уже пойдем. Это да. Я даже чутка не удивлен в этом плане. Ну, блин. Ну, Мираж в итоге оказался крайним, так что в этом плане наш бомжедомик может и останется целый. Да уж, вот такие вот дела. Ничего не понимаю. Ну, в общем, буду искать... плот. По ходу дела. Возможно, они все-таки туда, к берегу пошли. Как размотал, чувак, блин, ты просто убил пару животных, да, не спорь, их тяжело томить, все дела, но, блин, я вон сегодня пришел, там, барс уже, аргентавис 150 у нас на базе, и это вообще, короче. А эти, блин, ноют, я понять не могу, господи, это PvP-сервер, чё ныть-то в натуре? Я вообще думал, нашей базы сегодня не будет уже. А не, нифига, там барс развивается. Вообще, чувак, реально развивается конкретно. Еще удивляется, как это я так быстро развиваюсь. Ну, конечно, он еще быстрее меня умеет развиваться. Так, у меня выносливость заканчивается. Вот я сейчас вовремя чухну. О, да. Ну, не знаю, посмотрим, что будет дальше. В общем, ну что могу сказать, чувак немного отомстил ККП, он хотел отомстить этому трайбу, и честно отомстил, у него получилось то, что он убил динозавров, и так нехило количество убил динозавров, и хорошее, то есть там был гигантозавр 170 какой-то левел, да, ну это офигеть какой, гигантозавр это на офе, вот, и я вот ему пишу то, что ты понимаешь, то, что ты сервером, то есть вот там Just парни, если не ошибаюсь, вот, ты понимаешь то, что ты там, да твою мать, иди от меня уже. Вот, просто я пытаюсь заговорить, и тут он говорит, мысли путаются. В общем, не понимаю, чего он, конечно, добивался. Показать то, что он что-то может, показать то, что он может в любое время вас убить, и в итоге вот его уже рейдят. Его уже просто тупо рейдят. Это, блин, чувак, я не знаю, зачем ты это все делал. Но, не разнеся всю базу, это бесполезняк. Вон, пожалуйста, фундамент снесли, все, залезли и нормально. Да уж. В общем, я не понимаю, что это был месть, не месть. Напиши в комментариях, я знаю, ты этот ролик смотришь, но я одно точно могу сказать, здесь была какая-то фигня. Мы просто прилетели, убили его динозавров, он там что-то залутал, они ему снесли фундамент, вынесли абсолютно все, и все.
Пенгон. И его сейчас взрывают. Вот такие вот дела. В общем, я не знаю, чего ты пытался добиться и что да когда где, но суть в том, что у тебя это явно не получилось. А если бы получилось, оно того не стоило, если честно. Потому что тебе, по сути, нужно было... Это как их немало. Тебе, по сути, не знаю, я бы как сделал. Все бы разведал. Да, офлайн был бы. Кстати, ребята, сколько их было? Ну, двое на птерах, двое бегали так. Я не знаю, сколько. Ну, примерно два... Три. Два на... Точно. В общем, не знаю, чего, конечно, ты добивался, что ты хотел сделать и так далее, но суть в том, что оно того не стоило. Я бы сделал как? Я бы подготовил тонну ракет. Ракеты приготовить несложно. Когда ты хочешь подготовить их, несложно. Сложно раскачаться до них. Это куда намного сложнее. И все, я бы бомбанул бы и без лишних заморочек. О, кстати, они не сильно так бомбили, они просто фундамент снесли. А вот у тебя здесь перекрытие. Офигенная идея. Сверху перекрытие поставить на фундамент. Гол. Или у тебя здесь и не было? В угол. Блин. Тут. Так, вот он бывалый. Вот он. Тру и Люха. Собственно, они, походу, дела друг друга бомбанули. Ну ладно, я грибочки залутал. Вот, так что, походу, дела у них тоже нифига не получилось. Какие-то горе-рейдеры, я не знаю, стреляли по фундаментам, хотя надо было бить по стене. Дамаг у них одинаковый. Ну, турели сломали чуваку и все. Ну и динозавров его поубивали. Не понимаю, что к чему, зачем и смысл в этом всем. Вот. А вот и, собственно, Трюлюха еще пришел сюда и пытается подлутать себя. Но так там уже ничего нету. На такие вот дела. В общем, я не знаю. Я не знаю, что да, как да, где, зачем. Такие вот дела. Кстати, у него было C4, 17 штук. И, в общем, сейчас он попросил меня подхватить его, пролететь над ними и... Сади. Сажу. Лети. Беги. Вот. Попросил меня спуститься вниз и добить. Чтобы добить их животных. Да, здесь всего лишь 68 левел. Чувак, ну ты прикалываешься, что ли? Тебе просто в голову в упор стрельнули. У тебя не получится ничего сделать. Забей. Вот он тебе и Гига бежит. Давай я тебя довезу до дома. А то сейчас будешь здесь мучиться, пыжиться. По мне не попади. Тебя сейчас вальнут. О, ты вообще, по-моему, не понимаешь ничего. Зайди в дом уже, тебя сейчас вальнут. Господи, что ты творишь? Надеешься убить птера, у которого здоровье ядрено сколько?
Ну ты прикалываешься. О, я тебя не понимаю. Вот. И сиди там внутри уже его глуши. Он уже никуда не денется. Зря он туда залетел, конечно, чувак сейчас заглупил. Как последнее говно. Ну да ладно. В общем, я не знаю, что это было. Месть, не месть. Я одно могу сказать. Я спер дофига кератина. Вот, потому что здесь он был. Потому что здесь он был. И, кстати, почему ты не стакаешься? Вроде бы одинаковый ресурс. Ну да ладно. Ну и пару пушек. В общем, я не знаю, чувак, что ты хотел? Но я точно могу сказать, что это как-то глупо. Давай, попади по мне. Господи. А вот Феникс побежал. Ну, спугнул его немножко. И на том хорошо. Ты там жив, блин. Ты там жив. В общем, я не знаю. Повторюсь уже в 150-й раз. Это было глупо. Это было глупо. Я бы на твоем месте сделал как, реально. Во-первых, Дина не агрится на тебя. Проверить, агрится или не агрится, а потом подойти. У тебя было столько сишек. Ты мог просто подойти. А, вот, все, застраивается. Застраивается, ремонтируется, все нормально, все пучком. Ты мог подойти, расставить кучу сишек, отбежать и детонатором их просто бабахнуть. Ты понимаешь это? И все. Я бы на твоем месте делал бы так. Но, блин, конечно, тебе решать не спорю, но такие дела. В общем, вот такой вот он. Будет плохо. В общем, вот такой вот был, не знаю, месть, не месть и так далее. Одно я могу сказать, что так точно не делается. Это 100%. Потому что это все глупо. Че этот трек так сыгрался-то, я понять не могу. Кстати, уже второй трайк на него агрится, я не знаю из-за чего. Ну да ладно. Я почищу немного территорию. В общем, вот такие вот дела, народ. Я не знаю, такие рейды точно делать не нужно. Как месть, да, канает. Но как рейд это точно не канает. Так как убить просто парочку Дина и немножечко ловушек, это не канает. Рейд это когда ты сносишь им полбазы, вычищаешь все нужные ресурсы для тебя. И для них, соответственно. И уходишь победителем. Вот это рейд. Здесь, ну, так. Детский сад, не знаю, валенки. Вот такие вот дела, народ. Ну и, кстати, пушек надо было побольше поставить. Я бы на том месте, прежде чем рейдить, поставил бы штучки 4-5 турелей вокруг. Тем более мы тебе давали тебе жемчугу много, так что у тебя были огроменные шансы. Хорош меня-то бить, чё натуре. Вот такие вот дела, народ. Или это по мне со снайперки били. В общем, как месяц ханает, как рейд не канает, а это уже вам решать. Потому что, честно, я ни разу не рейдил на этих... на официалках и так далее. Да и в целом я не рейдил в архи, поэтому не знаю, что да когда где. Пусто пока что. В общем, всем спасибо за просмотр. Не знаю, понравилось вам, не понравилось. Напишите в комментариях свое мнение о том, что вы думаете о подобном рейде. И вообще, считается ли это рейдом для вас. Потому что я вообще... я вообще не знаю, что, когда, где. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.